Мистер должен быть мужественным, он должен быть талантливым, он должен быть начитанным, привлекательным, обаятельным и позитивным. Заявок на участие в конкурсе «Мистер 2016» было множество, однако в финал по итогам предварительного отбора попали только 7 самых ярких и творческих юношей. Чтобы раскрыть себя с разных сторон и стать обладателем звучного звания, студенты тщательно прорабатывали свои номера. Так, для конкурса «Визитка» участники специально подготовили видеообращения, в которых рассказывали о себе, своих интересах, делились историями из жизни. Подошли к делу творчески и с долей иронии. Далее обаятельные юноши продефилировали по сцене в элегантных костюмах, а также блеснули интеллектом и проявили смекалку, отвечая на вопросы от членов жюри. Один из самых сложных конкурсов, творческий, участники ожидали с волнением. Для того, чтобы покорить судей, каждый выбрал свою стратегию. Мне нравится реакция людей на эти фокусы. То бишь, я посмотрю на реакцию толпы. Для меня это как задача новая. Просто я хочу ее выполнить. Мое преимущество в том, что у меня что-то необычное. Каждый или поет, или танцует, там, вот такое вот. А у меня фокусы те же. Такого мало где было, да еще мистер университет. Своим выступлением Алексей Минаков действительно порадовал гостей мероприятия. Однако среди соперников начинающего фокусника были не менее талантливые юмористы, музыканты и вокалисты. Первокурсник Сергей Кравченко решил удивить жюри живым исполнением. Я выбрал эту песню не случайно, потому что она подходит мне по голосу, по тембру. Я буду радоваться за любого, кто победит, потому что все равны на этом конкурсе. Конкурс есть конкурс среди талантливых студентов технического университета. Жюри предстояло выбрать лучшего. Принять решение помог завершающий этап – дефиле на свободную тему, в котором парни демонстрировали наиболее привлекательные для них образы и стили. Бесспорным лидером, по общему мнению судей, стал Денис Климашевич. Юноша стал первым мистером в истории своего университета и наверняка не последним, ведь конкурс имеет все предпосылки для того, чтобы стать доброй традицией.